Итак, ребят, провели мы инкассацию первой точки, которая приносит нам меньше всего прибыли. И какие результаты мы наблюдаем? Выручка у нас немного увеличилась в связи с тем, что в середине месяца, 16 числа, мы установили на данную точку дополнительно 6 колб. Вот, было у нас раньше 6, сейчас у нас там 12 установлено. Соответственно, если бы у нас бы данная, ну, 12 колб отстояли бы ровно месяц, соответственно, у нас выручка бы была бы намного больше. Вот. На данный момент что мы имеем? Проинкассировали мы за месяц 2231 рубль. Аренда на данной точке у нас 0 рублей. Вот, в прошлых видео я рассказывал про аренду, так что, кому интересно, переходите на канал, можете увидеть данное видео. Вот, давайте для тех, кто впервые на данном канале, впервые смотрит мое видео, покажу вам, каким образом считать данную таблицу. Получается, первое по списку у нас идет пушистик Байла. Закупочная цена одной игрушки у нас выходит 8 рублей, сколько там, 9 рублей 80 копеек. Продаем мы данную игрушку по 20 рублей. Чистая прибыль у нас составляет 10 рублей 20 копеек. За месяц мы продали таких игрушек на данной точке 8 штук. Умножаем 8 штук на 10 рублей 20 копеек, получается чистая прибыль у нас 81 рубль 60 копеек. Таким образом мы можем подсчитать оставшийся товар. Вот. Единственное, что я тут изменил, получается, раньше такого не было, вот здесь вот зелененьким я как раз плюс 1 отметил, что это такое. Получается, есть такие ситуации, когда дети обманывают аппараты, засовывают туда всякую ерунду, к примеру, рубли обвернутые в бумагу, картонки всякие и так далее. Вот, в данном случае плюс 1 это 1 рубль обвернутый в бумагу, и вот этот рубль мы, соответственно, считаем в той прибыли, которую мы проинкассировали за месяц с данной точки. Вот, чистая прибыль у нас составляет почти 1500 рублей за месяц. Вот, еще раз повторюсь, если бы у нас ровно 12 колб отстояли один месяц, то мы бы имели выручку намного больше. Вот в следующем месяце как раз это посмотрим. Вот, как раз у нас будет уже лето скоро, и выручка, я думаю, летом у нас будет немного получше. Да еще и колб на точке в 2 раза ровно больше. Вот, так что, кому интересно, оставайтесь на данном канале, смотрите мои видео. Так, что я еще сюда добавил? Получается, стоимость данной точки. Здесь указано, какой товар, сколько стоит, получается, сама стойка, сами аппараты, сумма указана, то есть данная стойка у меня 56 тысяч стоит. Вот, проинкассировал я с данной точки 2231 рубль, то есть, ну, по вот этим данным, я думаю, вам несложно будет посчитать, через какой срок данная точка окупится. Вот, также по поводу минусов. Какие убытки мы несем? Вот на этой точке в этом месяце у нас минимальные убытки. В принципе, это та точка, где убытков всегда по минимуму. К примеру, в данном месяце что мы наблюдаем? Вот у нас купили один мармелад. Получается, одну штуку, стоимость убытка 2 рубля всего, вот, с одного мармелада, вот, и еще у нас купили тоже мармелад, Dreamers, это немного большие по размерам мармеладки, получается, 2 штуки у нас их купили, итого убыток у нас 5 рублей 60 копеек, ну, в общем, мы видим, 7,5 рублей у нас убыток за месяц, вот, это минималка у нас убытков, бывают месяца, когда у нас нету никаких убытков, бывают, наоборот, где большие убытки, вот, был у меня случай, когда убытков у меня вообще на точке было за месяц больше 500 рублей. И все, рублями засовывали туда. Вот. Также я уже отснял видео самой прибыльной точки. Там побольше у нас убытков за этот месяц. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал, смотрите данные видеоролики. Если кому-то интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.